Привет, друзья, привет, подписчики. В этом видео хочу вам показать и рассказать, как следить за человеком через смартфон без установки различных программ и приложений. Это также может помочь, потому что это нужно, если человек, к примеру, не отвечает на звонки, вы его не можете найти, на сообщения, на звонки не отвечает. И, конечно же, очень-очень будет полезно знать об этом все. Вам не понадобится никаких программ, как видите, вам не понадобится никаких приложений сторонних. Все, что вам нужно, это просто вот сделать, как я вам сейчас покажу, в Google картах. Будем использовать только Google карты. Есть они на любом телефоне, то ли у вас iPhone, то ли у вас Android. Это можно проделать на любом телефоне. Покажу, как через Google карты отслеживать любого человека. Это, к примеру, многие делают родители, когда там дают в руки своему ребенку телефон. Очень важна функция. Если у вас там старые какие-то мамы, папы, бабушки, тоже очень классная функция. Вы можете следить, смотреть, где они находятся. Если вы там, к примеру, хотите просто знать, где ваш муж, где ваша жена, тоже очень классная штука. И самое главное, вам не нужно теперь покупать какие-то дорогостоящие программы, платить ежемесячный там сбор, либо что-то еще. Будем использовать все, что у нас есть на телефоне. Будем просто использовать Google карты. Это работает на любом Android, так и на iPhone. Даже если у вас старенький Android, это тоже будет работать. Но одно есть но, у вас должно всегда быть на телефоне включена геолокация. На этом телефоне, на котором вы будете это все проделывать. Если у вас геолокация, понятно, что выключена, вы не сможете ничего сделать. И еще один минус, что эту процедуру нужно будет делать раньше было раз в 3 дня, сейчас раз в день. То есть, если вы хотите, чтобы видеть, где находится человек в любую минуту, вы должны брать в руки его телефон и, соответственно, это все дело показывает. Значит, смотрите, взяли вы, к примеру, чей-то телефон в руки, и что вы делаете? Заходите в вот такое вот меню, у вас это Google карты уже встроенные. То есть, у вас Google карты уже есть на телефоне, вы их никуда не деваете, вы их не можете удалить, они уже есть, и их никак вы не сможете убрать отсюда. Значит, смотрите, что нужно сделать. Просто заходим в Google карты. Здесь есть такая штука, что показывает, где вы находитесь в данную минуту. И здесь вот есть аккаунт ваш, видите, в правом верхнем углу. Нажимаете на аккаунт, попадаете сюда. И здесь у вас есть такой пункт передача геоданных. У многих оно может быть выключено. Вот как-то так. В правом верхнем углу нажимаем показывать, где я. Вот так вот. И оно сразу видно, где вы находитесь, вплоть даже до улицы и так дальше. И смотрите, что тут, какая штука тут есть. Тут есть, пока я не отключу, то есть можете вот поставить, то есть это будет показываться всегда, пока я не отключу. Либо же вот показывать, где 15 минут, видите, до 13:05, и вы вот так вот плюсиком тапаете, и у вас увеличивается время, где вы можете увидеть этого человека, где он находится. Тут максимальное значение до 1 дня. А ниже у нас просто, вы видите, находится пункт «Пока я не отключу». И вы можете вот нажать «Пока я не отключу» тоже, и все, у вас будет постоянный, вы будете знать, где находится тот человек, который вы делаете эту манипуляцию. И смотрите, как это передать теперь. Вот показывать, где я, нажимаем там, к примеру, да, и снизу вот у вас отправляется Viber, сообщение, вы можете нажать Viber, больше не спрашивать, показать, у вас здесь появляются те люди, вы нажимаете, к примеру, мои заметки, либо того человека, и отправляете ему свое местоположение. И когда он переходит, он уже знает, где вы находитесь, то есть постоянно будет идти мониторинг, и он будет знать, где находится. То есть вы сбрасываете и знаете. Вот такой вот способ.